Привет всем! Перед вами то, к чему я, ну, относительно недолго шла. Я вам признаюсь, что процесс открытия моей серебряной кнопки будет не совсем открытием, потому что чудо, что она вообще до меня дошла. Коробка уже была вся вскрыта, ну, и на таможне проверена, ничего ли тут страшного не провозится. Дело в том, что в Беларусь, в Россию, в Украину кнопки сейчас не везут. И мне пришлось попросить моих знакомых, друзей, приятелей в другой стране, чтобы они ее встретили и передали мне ее сюда, в Беларусь. Огромное спасибо тем людям, которые согласились мне помочь. Ну, я ее все равно достану, как будто бы она запечатана и закрыта, и покажу вам. Ну что, достаем. Внутри лежала вот такая вот визитка. Поздравляем, что вы прошли этот этап подписчиков. Для нас большая честь принять участие в признании вашего достижения. И хотим испытать your experience to be exceptional. Хотим, чтобы то, что вы испытываете, было исключительным для вас. Эта награда была проверена и упакована с огромной заботой Риком. Рик, спасибо большое. Ну и тут данные идут, если ваша награда повреждена во время отправки, во время доставки, то если есть вопросы, то свяжитесь с нами там-то и там-то. Так, вот такой вот буклет. Красивые еще кнопочки, правда? Ну, всегда есть к чему идти. Вот такое вот письмо мне пришло. Помните вашего первого подписчика, вашего сотого подписчика, 1001 подписчиков? Ну, шансы, скорее всего, что вы помните. Я не буду переводить все письмо, очень тоже трогательное, приятное, интересное, действительно передает все те эмоции, которые я испытывала, подходя к какой-то круглой цифре подписчиков своих зрителей. Ну и, наконец, вот она сама кнопочка. Вот она, моя красавица, вот она, моя награда. Так, привет. Так, ну попробую камеру убрать. Сейчас покажу с другого ракурса. Это достаточно легкая конструкция. Мы так поняли, что это алюминий. Так, здесь нанесено название моего канала. Вручена Наталья Ковалева дизайн за прохождение 100 тысяч подписчиков. Ну вот, одной рукой я ее держу, но она не очень тяжелая. Приятно смотреться в это зеркало, ой, и понимать, что такая я кривая тут, что это ты. Здесь у нас есть специальные крепления, чтобы повесить на стену. Она у меня стоит вот в таком просто виде на полочке. Так. Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути. Кто не сошел с этого пути, кто входит в эту сотню тысяч, особенно тех подписчиков, которые были со мной с самого начала. Я хочу поблагодарить свою сестру, которая вдохновила и мотивировала меня на этот подвиг. Она мне сказала: «Наташа, снимай, люди не такую ерунду смотрят». Поэтому спасибо, что смотрите со мной мою ерунду. А может, и не ерунду, как оказалось. Я очень хочу поблагодарить своих родных за поддержку, особенно своего мужа, который каждый мой ролик просматривал по несколько раз, писал комментарии под каждым видео, ставил сердечки и лайки. Спасибо тебе большое. Я очень рада. Будем идти дальше. Ну и, конечно, награды — это не самоцель. Я просто буду продолжать заниматься своим любимым делом. Ну а к чему же это все приведет, мы посмотрим с вами вместе. Оставайтесь со мной. Пишите ваши комментарии, поздравления. Я их всех с удовольствием буду читать. Ну и до встречи в новых проектах, в новых видео.